Привет, друзья! В этом видео я расскажу, как провести анализ альянсов и определить их силу. Это нужно для того, чтобы в последующем правильно делать ставки на войну альянсов и выставлять войска по башням, что принесет нам большие победы в войнах альянсов. Итак, давайте начнем проводить анализ. Нам нужно сделать анализ сильных альянсов и средних, слабых мы не рассматриваем. Вот, допустим, мы открываем какой-нибудь альянс, записываем его название, сколько игроков играет в этом альянсе, и открываем каждого игрока по очереди и переписываем его арену, рейтинг арены и рейтинг драки арены. И проделываем так со всеми игроками этого клана. Далее мы плюсуем рейтинг арены каждого игрока в альянсе и получившееся число делим на количество человек в альянсе. Этим самым мы определим средний рейтинг арены этого альянса. Далее определяем средний рейтинг драк арены. Итак, друзья, приведу вам пример. Вот здесь вот 4 альянса. Я вычислил у каждого среднюю арену и среднюю драки на арены. То есть, по сути, мы здесь что видим? Что китайцы здесь самые сильные. На втором месте Number One. На третьем месте Империя. На четвертом месте Bounty Hunters. То есть, китайцы здесь победят любой из этих альянсов. Но даже такой сильный альянс, как китайцы, можно победить. Мы открываем историю войн. И делаем скриншоты всех прошедших боев, всех без исключения кланов. Эти скриншоты мы храним 2-3 войны. После чего можно будет их обновить, старые удалить, а новые оставить. Допустим, в войне нам попался вот этот китайский альянс. Как его нужно победить? Мы смотрим егошние скриншоты. Он, допустим, ставит всегда низ и верх свои войска. И в середину немножко, там 8 войск всего. Против него мы будем ставить, допустим, вниз очень много войск, допустим, 150 своих. И в середину и вверх по 20, потому что он может переставить немножко. Вот вам пример на примере тех же самых китайцев. Первый свой бой у них был слабый альянс. Они против него ставили низ и верх свои войска. Примерно равное количество. Второй тоже слабый. Низ-верх. Видите? Далее им попался сильный альянс. И против него уже они свою расстановку поменяли. Эти пытались их обхитрить, но немножко не угадали. Да. То есть против сильных альянсов китайцы меняют свою расстановку. А в финале им попался опять же такой достаточно средненький альянс. И они его обхитрили. Они поставили против слабого альянса, китайцы поставили низ вверх также, а эти поставили вниз, в середину и вверх понемножку. В середину и вверх понемножку, а вниз вот 144 войска. И, естественно, они их победили. Вот так нужно ставить, друзья, против сильных альянсов, тогда вы их победите. Итак, друзья, подведем итог. У нас теперь есть информация о силе альянсов, скриншоты их боев, и вооружившись этой информацией, мы можем делать ставки на войну альянсов. Ну и побеждать в войнах, если тот или иной альянс нам попадается в войне. Я надеюсь, что этот гайд поможет вам выйти в топ ставок. И, естественно, побеждать в войнах альянсов. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Всем удачи, всем пока!